Всем привет! Вы находитесь на канале VSV Family. И сегодня мы с вами научимся делать вот такие елочки. И сейчас самое время наступает предновогоднего приготовления. Дети все стараются сделать поделки для бабушек, для дедушек, для пап и мам. И такая поделка станет отличным дополнением в вашу коллекцию ручной работы. И сделать ее достаточно очень легко и просто. Для того, чтобы сделать вот такую простую елочку, нам с вами понадобится листок бумаги формата А4, желательно, если он будет зеленого цвета, и ножницы. Это все, что нам нужно. Если же мы с вами захотим нашу елочку украсить, как уже я заранее сделала вот такую елочку, допустим, вот такую, или вот такую со снежинками, то нам понадобятся элементы декора, либо уже готовые, либо я тоже научу, как их можно легко сделать самим. Поэтому рекомендую досмотреть видео до конца. Итак, мы приступаем к изготовлению елочки из бумаги своими руками. Из листка формата А4, обычная офисная бумага, которая всегда у всех есть под рукой, нам нужно сделать квадрат. Делается это легко и просто, складывается вот так треугольничком. Делаем квадрат. Лишнюю часть обрезаем. Аналогично поступаем с другим краем. Внимательно смотрим, чтобы все было ровненько. Так. Затем складываем просто пополам. И сворачиваем этот треугольничек вовнутрь. Получилось вот так. Следующий момент. Мы складываем все к центру. Одну сторону. Вторую. И то же самое мы проделываем с другой стороны. Чтобы было с этой стороны и с этой. Дальше мы расправляем наш треугольник, и образовавшиеся уголки мы сворачиваем. Разворачиваем.
Ах ты. Складываем таким веерочком. Таким образом у нас с вами должно получиться вот таких внутри по 1, 2, 3, 4 треугольничка друг на друга наложенных. Дальше мы с вами должны спрятать вот эти вот хвостики, которые у нас получились. Для этого мы складываем. И прячем вовнутрь. За счет этого наша елочка будет у нас стоять. Так. Со следующим краем поступаем аналогично. Тоже мы будем прятать 4 раза. Так, и последний раз. Получилась вот такая вот заготовочка с этой стороны и с этой по 4 грани. И теперь все, что нам останется, это сделать 3 одинаковых надреза. Делать их нужно почти до линии сгиба, но не до конца, чуть-чуть не дорезая. 1. То же самое мы проделываем с другой стороны. 1, 2, 3. И теперь мы должны сделать имитацию иголочек. Что мы делаем с вами? Мы загибаем каждую из сторон, чтобы получился вот такой вот остренький конец. Вот отсюда начну показывать, чтобы было виднее. Можно их делать и острее. Вот. И здесь в обратную сторону. Так мы должны поступить с абсолютно каждой стороной нашей елочки. Переворачиваем и делаем уже вот эту сторону.
И в оконцовке нам нужно нашу елочку красиво расправить. Сделать ее пышненькой, как она у нас в процессе сборки немножечко была. Примятно. Смотрите, какая красота у нас получилась. Любая бабушка или дедушка обрадуется, если внук или внучка сделают такую чудесную елку. Ну и если мы хотим нашу елочку нарядить, сделать ее веселой, мы можем воспользоваться уже готовыми такими штучками с серпантином, да? Это могут быть снежинки, которые мы можем приклеить вот так вот. Иголочка. Это могут быть имитация шариков, такие вот. Вот. И также это могут быть звездочки. Они смотрятся очень красиво, весело и празднично. Клеить их можно на обычный клей ПВА. Вот как вот так вот будет это получаться. Если мы находимся, допустим, в офисе, и у нас нету под рукой уже заготовленного такого серпантина, не беда. Всегда в офисах есть стикеры разноцветные и дырокол. Берем листик, можно взять обычный белый листок бумаги и делаем сами наши замечательные игрушки. Врезаем, и в результате у вас получится не менее веселая и симпатичная елочка. И также из такого же стикера мы вырезаем звезду. И клеим ее на макушку. Можно, в принципе, и не клеить. Каждая елочка получается индивидуально и по-своему красиво. Таких елочек можно наделать большое количество. Ими можно украсить праздничный стол, а также можно выстроить какую-то красивую композицию, посадить там каких-то маленьких игрушек, обыграть это. Ну, в общем, это будет интересно и вам, и вашему ребенку. Ну, а в следующем видео я научу вас делать другую елочку. Итак, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И до следующего видео. Пока-пока!